Всем привет, ребята, с вами Ниагара. Продолжаем играть в Скуби-Ду. У нас первый уровень. Какой-то страшный замок. Сейчас посмотрим. Сир, готовы? Гости ждут. Да-да, почти готов. Мне нужно подраспушить усы. Костингтон, подай мне щетку. Ну вот, мы опоздали. Фестиваль еды типа закончился. Я так не думаю, Шегги. Еще одна тайна. Нам нужно скорее попасть в замок. Почему люди убегают с фестиваля еды? Переваренные брокколи? Получай! Сейчас. Все пособираем. Так. Это ничего не разбивается. Получи. Ага, Скуби-печеньки. Скуби-печеньки. Нужна твоя помощь, чтобы нажать рычаг. Хорошо, подождешь немножко. А, это я потом буду крутить. Окей. Пойдем рычаги нажимать. Так, ну тут ты нужна. Вот теперь он заработал. Отлично. Я не знаю, сколько там у нас еще откроется костюмов. Все, не все. Посмотрим. Так. Welcome, как говорится. Еще брат, да? Эй! Пацаны! Вы чё, блин? Помоги мне, да? Давай. Так, похилились. Чё такие негостеприимные? Вообще? Дикий обстрел. Дай-ка я вот это все соберу. Такие горгульи, да? Прикольно. Мне такое нравится. Так, смотри-ка, тут два пути, но они ведут в одно и то же место. Какой звук, блин, хрустящий. Оп. Я слышу где-то тут. Ну да, его, наверное, можно достать только с помощью Шегги. Где-то этот медальончик. Дверь-то заперта. Может постучать? Это мысль. Ты серьезно? Опа. Так, четыре штуки. Уа! Удар с небес. Удар с небес. Я даже и не помню, что тут такие враги были. Ой, ты куда полетела? Ну, сюда. Так, последняя. Откисло? Нет? Все. Так, отличненько. Молодые сэр и мадам, добро пожаловать в замок Кейстоун. Дом храбреца. Труса. Я Костингтон, дворецкий в замке. Ваши друзья проследовали к обеденному столу. Обжоры. О, простите, слегка першит в горле. Ясно.
Почему все убежали? Ну, все пошло совсем не так, как планировал барон. На замок наложено проклятие. Проклятие? Барон объяснит вам все гораздо лучше меня. Я провожу вас к нему. Недотепы. Это заболевание как-то называется, когда выкрикивают нас неконтролируемо. Сегодня мои тапочки не очень пышные. Распушить! Вы баронесса? Ха! Нет, барон мой брат. Я, леди Азарния Крокфеллер, названная в честь владычицы Кейстоуна. Я законная наследница замка. А, рады познакомиться, мадам. Ха! Очередные нахлебники на глупый праздник моего братца. Не убегаете в страхе? Костингтон сказал, что замок проклят. Браво, да. Проклят не замок, а барон. Как и все мужчины в роду Крокфеллеров, королева-ведьм будет преследовать их, пока они живут в этом замке. Таково наше семейное проклятие. Значит, призрак. Ну, охота за призраками наш конек. Нам нужно увидеть барона. Да, вам сюда. Распушить! Внутренний двор прямо по коридору. Вы найдете барона там. Он работает. Прячется. Да. Дафна, это Фред, прием. Да, на связи. Мы в замке. Встретили дворецкого, Костингтона. Странный, да? Точно, странный. Такой забавный. Леди Азарния не менее странная. Кто? Леди Азарния, сестра барона. Я ее не видела. Ну, может, она была наверху или где-то еще? Да, может. Конец связи. Королева ведьмы это она, да? Я так полагаю. Почему? Очень похоже. Так. Картинки пытаюсь рассматривать. Мне вот это первое нравится. Тут какой-то домик, но тут повторяется. Ладно. А поцелуйчик такой. На щеке. Это не бьется. Ну давай, блин, Фред! Мы проклятия не боимся, пойдем. Хап-хап-хап-хап-хап-хап. Какие звуки. Запас карман не тянет. Вот так удар. О, пацаны! Ого! Сверху тоже. Помогай мне! Да, на! Ты чё в стену кидаешь? Кукуня! А! Ой, нифига себе! Меня за углом отбупскали. Подожди. Пополним хпеньку. А можно там подняться? Что там такое вообще? Непонятно. Ну ладно, тащить это вот тут. В кого ты кидаешься? Ну-ка, попробуем. Мы не можем туда добраться. Дафна, алло. Посмотри, что она делает. Ладно, я тебе помогу. О! Ты где прятался? Еще один? Реально. Сколько вас там? Это все его? Прикончило. Ой. Внизу я видела медальончик. Как его достать? А все, спи. Ну ты посмотри. Да какой ты бесконечный, что ли? Ага, сейчас достанем. Какие-то мишени. Ломайся.
Так, это мне все надо. Это тоже. Оп. О, мне приз дали. Какой-то трофей. Обязательно поделюсь со Скуби. Да я думаю, даже не то, что поделишься, придется отдать ему все, да как указывает. Все, опять идут. Ну помоги мне тогда, видишь, я не могу, не успеваю. А! Они бесконечны. А если они будут все время выходить, я не смогу поднять ворота. Все? Тут же. Поехали. Какой-то чертик сверху, вот над воротами, на щите. Пошли. Пацаны! Вообще, ребята! Сбивают наших девочек и мальчиков. Ты что творишь? Ну-ка, возьми. Так ты не бросай, возьми Б. Поехали. Дафна, помогай. Ты видишь, мне надо... как-то прибить его. Я не допрыгиваю. Ну-ка. Ты попадаешь? А, он слез. Отлично. Там еще один. Прикрой. Напарница, давай. Сейчас я с ним разберусь. Пинь! Улетел. Все. Поделюсь со Скуби. Переключись. А чё она не переключается? Я почему-то не могу на нее переключиться. У меня не переключается, почему? У меня, видите, перечеркнуто. Продолжить. Используйте пульт. Я не могу его использовать. Мне переключиться для этого надо. И не шевелись. Миньки. Так, а что происходит? Сейчас, погодите. О, отлагало. Прикиньте. Я не знаю, что это было, но у меня реально паника уже началась. Что у меня не переключается. Всё. Пойдём. Это так не надо больше делать. Ну-ка. Ага. Сейчас, мальчик, по-мужски разберемся, да? Отлично. Так, там еще одни мальчики. Да, этот уровень посложнее, потому что я вижу шкалу здоровья гораздо чаще. У меня какие-то проблемы с ХП. О, здорово. Ну чё ты? Девочек бить нельзя! Тебе не рассказывали? В твоей горбульской школе. Чё, она не сломалась? Ну ладно, пошли. Вид, кстати, прикольный, как Гарри Поттеровский. Вот с этого моста. Оп! Это что такое? О, это ловушка! Мы могли упасть!
Так, ну-ка спокойно. Чего вас тут так много? Набрали вас на работу по объявлению. Так, это мое, да? Осторожно, ловушки. Плохо то, что они кидаются еще чем-то, не просто дерутся. Так. Опа! Фонари, оказывается, можно было бить. Никто не знал об этом. Пойдем. Сейчас ХП надо поправить. Ага, печеньки. Угу. Еще лобок. Опа. И ты даже не упала? Лиса. Эй, печеньки! Да подождите вы, дайте подойду. Гаргулья жили, конечно. Улетели. Чё вам от нас надо? Почему они такие агрессивные? Что мы им сделали? Забыла фонарь побить, ну ладно. Можно тут побить. А, этот не бьется. Ладно, ладно, давайте оживайте, я вас вижу. Я вас вижу. Пам-парам-пам-пам. Немножечко и Дафни втащили. Ну так. Для профилактики. Пойдем за мной. О! Так. Что за телеги такие тут? Защиту против нас придумали. Давай. Пока. Это мне надо. Помогаешь мне разбить? Молодец. Я как чувствовал, что это обвалится. И здесь то же самое. Ну все, они просто улетели. Вот дураки, да? Встали на том месте, которое проваливается. Вот гаргульи умные. Хоть летают. И могли бы рискнуть. Но они места покрепче выбирают. Так. Ага. Спасибо! А то я не вижу. Ты чё падаешь, блин, Дафна? Напарница еще называется. Не позорь меня. Так, мне нужно найти улики. Ага. Давай-ка похилимся. Ну, что-то как-то мы с тобой лажаем. Так, есть. Я знаю, что туда дальше надо пройти, а? Там кто-то еще вниз есть. Я слышала, что он стукнул Дафну. Вот тут вот. Ну, мы, наверное, спустимся. Ладно, пойдем тогда дальше. Что там? А. Оп. Как чудесно так. Чудесно и прекрасно. Давай выйдем, да, и спустимся вот тут. Оп. Ой. Я подумал, что это гриб. Врезал ей. Так. 5 из 8. Вот 6. Так, 6. Сейчас, ага. 7. Прикольный фонтанчик, кстати, симпатичный такой.
Пам-пам, щам! Все, у нас улика. Золотые самородки. Они были найдены около замка Кейстоун. Как странно. Дафна, ответь, это Вельма. Прием. Дафна на связи. Мы нашли золото. Ого, золото? Как? Где? Прямо на земле перед замком. Как вы ухитрились не заметить его? Ты серьезно? Думаешь, эти двое способны что-то увидеть на пути к обеденному столу? Они серьезные искатели улик. Только жрачку. Да, только съедобных. Конец связи. Смотри, мы вроде бы пришли. Да, похоже на внутренний двор. Ладно. Нам сюда. Опять где-то я слышу. Где? Где-то медальон. А, ну его можно только с Шеги достать. Ладно. Костюм! Здорово! Фред Центурион. Ишь ты! Фигачью! Ты не шевелись! Ну давай, успокойся. Да. Блин. Такой молодец. Так, еще. Еще просыпаются. Мешанина началась. Так, хорош. Ведро выдает нам эти печеньки. Давайте. Подъем! Все вставайте. Так, игра, ты давай не дури. Что-то начало подвисать, да? О! Кто посмел войти в замок Кейстоун? Говорите! Мы хотим помочь раскрыть тайну Кейстоуна. Мой бог! Да, да! Смотри, карманный барон. Удобно. Наконец-то кто-то решился помочь! Как волнительно! Спасибо! Ваша милость. Да-да, моя светлость, большая честь и куча почтения. Значит, вы раскатали тайну? Пока нет, но готовы попробовать. Моя прародительница, леди Азарния, построила этот замок 900 лет назад, но не успела пожить в нем. Брат заточил ее в темницу и стал править как барон. Долгие годы в своей камере она постигала черную магию, поклявшись вернуться после смерти отомстить. С тех пор каждого барона Крокфеллера ждала ужасная судьба. И вы думаете, что вы следующий? О, я это знаю. Ее дух появился на фестивале в огненной вспышке, предвещая мою гибель. Все бросили меня, убежали. Она может прийти за мной в любой момент. Если вы хотите помочь, идите в лес и найдите Кейна Перкинса, моего егеря. Он знает земли замка, как никто другой. Ладно. Сначала найдем остальных. Нам потребуется вся команда. Все, закончилось? Что там у нас? Трофей у нас, значит, есть. И костюм. Окей. Давайте... Может быть, купим? Что у нас там? Трофей, во-первых... Ой, а как посмотреть? Ага. Вот он. Королевский погром. Тебе удалось разломать, расколотить, разрушить замок Крокфеллеров? Отличный трофей. Так, что там по костюмам у нас? Давайте-ка быстренько сейчас. Нам же нужен этот костюм-то. Так. Во! 3 300. Отлично.
чётенько. Так, возвращаемся в эпизод. У нас будет с вами второй уровень. Ежевика была вкусной, но типа из-за нее мы и потеряли скуп. Пошли искать команду. Ух ты! Гром. Кто-нибудь любит грозу? Вот я люблю. Жутковато так, когда особенно гремит, молния. Но прикольно. Это что, улей, что ли? Разбили все равно. Ну, наконец-то я вас нашла. Печеньки. Пошли. Грибы тут у них такие огромные. Просто как в Алисе стране чудес. Обстрел. Нормально. Все? Чё, где ты? Так. От нас не улетишь. Внимание, пора подкрепиться. Ага, пауки, фу-фу-фу. Мерзость. Опа. Костюм, наверное. Скуби, он меня жрет. Помоги! А чё они какие-то бесконечные? Чё, в смысле? Может, закрыть надо как-то это всё? Он последний? Наверное, да. Всё, кончились. О-о-о. Какая гадость! Ненавижу паука. Ой, прости, дорогой. Треснула ему. Костюмчик Дафна Викинг. Вау, какие костюмы классные дают. Так много. Один за другим. Ладно, пойдем. Ой, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я в нее не попадаю, да? Что это такое? Куда пошла? Алло! Ты чё валяешься? Пойдем. О, нормально, нормально. Ништяк. Оп. Скуби, Шаги, слышите? С вами все хорошо? Мы в порядке. Просто притормозили поесть ягод. А потом, типа, решили пойти другим путем. Вы что, потерялись? Да! Спаси нас, Фред! В лесу мы вас не отыщем. Попробуйте найти егеря, Кейла Бергенса. И не лезьте в неприятности. Ладно, как скажете. Подожди, я сейчас это... Навыбиваю себе печенок. Да. Иди ко мне. Вставай на нее. Я сваливаю. Так, я крутить не умею, да? Это для Фреда. Как много, отвратительно. Ну, кстати, они не такие противные, как были. Хогвартс Легаси. Там просто огроменные и очень детально прорисованные. Вот где ужас ужасный. Да харе! Ну, можно просто забить и уйти. Если что. Нам их не надо убивать. Так.
Это что, мы сердечко хотим, да? О! Мамочки! Здорово, мужик. Некого бояться. Кроме человека в медвежьей шкуре. Мамочки! Ты их распугаешь. Кого распугаю? Пауков. Оборотней. Что? Вот теперь тут есть кого бояться. Тихо вы. Вот они, ребята. Ой-ой. Горгульи, оборотни. Мне нравится этот уровень. А ты нам будешь помогать? Эй, псих в медвежьей шкуре. Их много. Мужик, ты не в ту сторону стреляешь. Эй, алло. А они крепкие какие, а? Так, а их еще бегут. Братаны бегут. Ого, какие они жесткие. Серьезные соперники, противники. Мужик, стреляй, у тебя оружие, эй. Ты чё, взял какую-то куколку? Она не помогает против них. Спасибо, Скуби. Что ж, вы двое неплохо держитесь. Но все одно, нечего вам шататься в этих лесах. Вас барон послал, да? Да, точно он. Я так и думал. По его приказу я торчу здесь и стерегу лес. Но на кой он послал вас двоих? Типа мы ищем что-нибудь на обед. Да с этой королевой ведьм вы сами обед. Особенно если думаете слоняться возле хижины у озера. Мы нет. А почему нет? Говорят, там жуткие вещи творятся. Местные прозвали ее зловещая хижина. Зловещая хижина? Желаю не стать обедом! Брэд, как слышишь? Типа прием! Ау! Эй, ребята, вы нашли его? Если ты типа про самого страшного чувака в мире, то да, нашли! И что он сказал? Он типа рассказал нам про зловещую хижину! Может, ты сходишь туда вместо нас, а? Да, слишком много монстров. Все будет хорошо. Просто да? Ищите в хижине улики и будьте начеку. Искать улики, ладно. Мне тоже. Да ладно, не боись. Разберемся. Мужик больше не криповый, а какой-то смешной. Сейчас я тебе включу, подожди. Ты чё не поехал-то, Скуби? Псих! Может, он ко мне телепортнётся, нет? Сядь туда и не прыгай. Всё, пойдём. Собака ты моя. Ненаглядная, меня оглушили. Ща я им покажу. Скуби, помоги, а. Да какого же ж ты же шлешего творишь? Ты упал, что ли? Я тоже. Че, опять тебя поднимать? Ты офигел, что ли? Сядь. Я, кстати, переключиться не могу. Опять. О. Я не знаю, почему в этом уровне глюки с переключением. Блин, не пойдем. А, ну нафиг. О, я переключилась. Короче, то переключается, то не переключается, не пойми, что происходит вообще. Что творится, я не знаю. Так, ладно. Я надеялась на медальон, но мы просто золотые печеньки пособирали.
чё ты где, блин? Дальше на собака. Пошли. Опять пауки. Лучше бы оборотни. Опять их много. Я вот ключики с Куби. Где? Опа. Что-то надо включить. Ну-ка. А, я не умею. Ладно. Да, блин. Все. Злостную отравильщицу завалили. А тачи просто убежим, да и все. Пошли они нафиг, пойдем, мой хороший, ты куда? Да плюнь ты на них, пойдем. О, нет. Замочил сосисками паука. Так можно назвать серию. Так, тут что у нас? Ничего. Спасибо. А вот зачем ты прыгаешь прямо вместе со мной? Ай, я не допрыгнула. О, да почему он не допрыгивает? Шеги, алло. О, здрасте. Спокойно. Так, они все утопились, я не знаю. Мы не виноваты. Так, что это? Да подожди ты прыгать-то. Ладно, хоть переключилась. Нормально. Повеселимся. Может, а, там косточка просто. Я все жду медалинчики какие-нибудь, но нет. Так, спокойно. О, вот он. Достал. Да господи. А с Куби не лучше. Тоже не попадали. Да как его взять-то? Я не знаю. Короче, он не берется, пофиг. Я падаю и падаю. Нафиг надо. Его так поместили, что тут нужно очень четенько рассчитать траекторию. Мамы, без этого хватит на костюмчике. Так. Угу. Че, пойдем? Я говорю, не пойдем и не падаем. Пью-пью, я же слышу. Так. Так, сейчас было мимо. Тихо, подожди, не бей. Какие они реально крепкие. Так, ну ладно, один упал. Еще один. Мне какой-то приз дали, да подождите. О, скинулся. Отлично. С Куби надо было этого тоже скидывать. А это что, кстати? А, мост. По нему надо будет быстро перебежать. Они будут постоянно появляться, я поняла. Да? Нет? Нет, все-таки предел какой-то есть.
Так, мой хороший. Смотри, сейчас, короче, я нажимаю кнопку, ты переходишь, да? Молодец ты, мой зайчик. Отлично, стой там. Умница. Он на мне сидит. Так, пошли, пофиг на них вообще, пофигу, уходим. Убери, спасибо, блин, обожаю. Чудо-собака. Так, все, сваливаем. Пофигу. Что такое? Опа! Блин, я так не люблю этот ракурс, когда сверху. Ну зачем? В этой игре он совершенно не нужен. Отойди, я прыгну. Забивай его. Сосисочный бой. Ага, так, там опять что-то у нас кубик. Подхилились. Грибы не знают, зачем тут добавили. Не знали, чем разнообразить лес. Ладно, пофиг. Пофиг плюс пофиг. Опа! Я поняла, зачем. Берем. Пошли. А, переключиться. Так, поехали. Оп. Оп. Замечательно. Здесь дверь закрыта. Опа! Вниз упала, вниз! Берем. Пять. И семи. Шесть. Кстати, я вот здесь сказал пофиг, а возможно... Может быть и не пофиг. Ну, вот именно, что не пофиг. Так, наверное, это ключи от замка, видимо, Кейл потерял их. У нас есть золото и ключи от замка. Пока ничего не понятно. Фред, ну, мы нашли ключи. Может, идут. Ключи Кейла. Типа это улика? Молодцы, ребята. Там поблизости, видимо, должна быть дверь. Попробуйте найти ее. Я знал, что... Подожди! Нас избивают. Я привычный. Вообще, мне тоже жутко напуган. Ты тоже. Да хоть кто-нибудь откиснет или сегодня, или нет. Вообще, а, ладно, один. Так, ладно. Все, он последний. О, кошмар. Так, ну и что там у нас? Ага. Но у нас есть костюм и трофей. Уровень 3. Я думаю, уровень 3 мы с вами будем проходить уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр, ребята. И до встречи. Всем пока-пока.